Кеннер – необыкновенный любитель музыки, особенно джазовой. Он всегда готов подхватить любой мотив и даже разукрасить его своими трелями. Хозяин Кеннера – Иван Николаевич Левошко. Иван Николаевич – диспетчер узкоколейки в Гимельском леспромхозе. Большую часть своего свободного времени он посвящает природе. В лесу он свой, и не на охоту приходит он сюда. Он слушает лес. Полюбил музыку леса и его сын Толя.